Доса масала. Да нет, никакой панир. Дорогое серебро? Индианка русским девчонкам говорит, потом суп с котом. Научились. Девочки говорят, потом посмотрим, потом придем. Вот, она все-таки их увела. Суп с котом пробовать. Это... А, он хочет купить кешью орешки. На гуани. Это известная вещь. Орешки кешью. Это издалека привезли вот эти вот красивые. Жениться буду в таких. Да. Бейкери, бейкери. Так. Или в таком буду жениться. Ага. Ну пошли, пошли. Куда скажешь? Я, наверное, буду поищу себе еще одну сумочку для камеры. Одна подострепалась. Нашел. Кишонат. 200 грамм, 170. Тут ангар. Вот нам сказали, идите в ангар. Там есть орешки кешью. Ну и здесь на Гуа, конечно, везде такие спиртные лавки замечательные. Ой, господи, ты ко мне, да? Нет. Не надо. Ты хороший прайс, не надо. Пол килограмма 630. 200 грамм. 200 рупий. 200 грамм, 200 рупий. Да, да. Фу, а салсой нет. А тут для какой-то сестры. Which new sister? А, фу, Нур Мухаммед. Для нас-то тоже надо. Не только для Нур. Я люблю кешью. Кешью они растут на яблочке. Ага, сейчас. Поэтому они такие дорогие. Там всего на одном яблочке всего одна кешьенка висит. Где тут они? Не могу найти. У них алкоголь продается с этим, но здесь его нет на витрине. Я хочу видео сделать этой бутылки. Кишоната покажи. Кишонатную бутылку покажи из кешью. Он другу привозил. Show me, I want to see. Вот они как вырастают, орешек кешью. Вот он внизу. У него друг просил. Очень удобно вот такие пластиковые привозить. Сатья, брадер. One time I sent him. He enjoyed very much. He writes. Очень понравилось одной нашей немецкой подруге, ее брату. Нет, что-то пахнет, попахивает. Что-то вытекло. I don't want like that. Ага. Not open. It was wet. No? Maybe it's before. Maybe it was before. One minute. Very far away, no? Потому что далеко надо отсылать. Оно попортится, если в Германию Ашенде. She always bring coffee for you. Да, да. Она все время мне кофе привозит. Мы ее уже просим не привозить, она все равно привозит. Но немецкий кофе такой хороший, я не могу отказаться. Darling, I need like this something for mine. Да. Look, baby, пошли, пошли смотреть. А то у baby нехватка сумочек для камер. В приличных сумочных магазинах мы не нашли. Надо искать, наверное, в раджастанских магазинах на улице, где там на полу лежит. Ага, ну покупай себе. Ой, господи, ты меня испугал.
How much? 250, he said. 250. Nike. No, I like it. Хороший, хороший. Бери, yeah. Бери. Только чтобы твой размер. Little bit bigger, I think. Your size is bigger. Я, говорит, пенсионер. Ему дали на 10% скидку за это. Купили вот такие маленькие пакетики для Гоби Манчжуриан. Хочу сделать сюрприз. Наталья страдает по Гоби Манчжуриан, цветной капусте в кляре. Но я хотела по всем правилам сделать, поэтому искала и красную пищевую краску. И тут нашла масала. Very good. Какие красавчики. Ну, купи что-нибудь, поешь. Пандра, 15? А, 15 дней. 15 дней, говорит, без холодильника выживет. How much? I want smaller one. This is too big for me. Is it shorter than that? No, it's shorter. Куда-то у нас ножницы потерялись. 60 вот эти вот. 50. Подешевели. Быстро, прямо резко. Так, мы ищем раджастанские сумочки. Но мне нужна вот такая, this size. Нет, нет, very small size. Нет, нет, здесь не... А вот, ну вот, вон те, вон, это что там такое? Не, нет, такие не подходят. This one? Ладно. Нет, это не то. It's walk little bit. Пацанские футболки. Вот это чисто пацанская. Майка. Very good. Футболка. Футболка майка. Китна, how much? 150. 150. Молодец. Very good, майка. Подожди, муж зовет. Некогда мне тут мужские майки рассматривать. Вон он там. Ага. А где девчачьи-то? И здесь пацаны майки рассматривают. Армия Стронг. Сильная армия, да? Блин. А мне чего купить? Я здесь только покупала. Я не знаю, где у меня все эти брючки, футболочки. В том году я ж прям без удержу что-то. Не помню. Памяти нет. Надо что-то сначала для памяти купить, а потом начинать шопиться. Мастерская с рамками. Не. Маленький. Туника. Вот, но девочки совсем не охвачены их вниманием. Все для мальчиков. Безобразие. Дискриминация нас, индийских женщин. Вот блузочка для меня вполне. И вот для меня. Хорошие здесь пенджаби, да. Это у нас Лена с нами приехала. Она сказала, что есть фирма Paradis. Ой, хуже не Paradis, это Pantalones. Pantalones. Да, и там такие красивые пиджаби. Они, во-первых, вот здесь вот прошиты все. Не, не просто вот так вот протянуто. Я, он на рынках, да, продается? Нет, Pantalones? Не на рынках, а это фирма такая. Ну, а куда они сдают свой товар, фирма такая? Ну, бывают в магазины. Вот надо смотреть, можно. Саша хочет мне купить такой домашний сарафанчик. Я не хочу оранжевый. Нет, не хочу. У Натальи вон список, чего ей надо. Вас снимает скрытая камера. Папарацци.
И что-то ей было надо. А ты понюхай, говорит. Нет. Как Рама Кришна, да. Пока она немного нашла. Какие баночки. Для чего вообще шафран? Не знаю. For what шафран? Шафран means for color. Для цвета. Color and good health. Для хорошего здоровья. Для хорошего вкуса. Добавляют молоко. Color giving orange. Дает оранжевый цвет. Ну да, он оранжевый цвет. По одному волосенку, что ли, есть? Нет. Полграмма вот здесь. Шафран. 150 рупий. Полграмма, покажи-ка. Полграмма это как? Ну, маленькая, да. Because шафран very expensive. Да, шафран очень дорогая и натуральная приправа. Он говорит натуральная. Ага. Это? Финики. Где? Финики? Это финики. Да ты что? Это можно кушать? Можно кушать, да. Они хорошие? Они хорошие, сладкие, но только они жесткие, как яблочки. А потом их усушивают, и получаются финики, которые доходят до нас. А это настоящие. Можно кушать прямо? Помыть и поесть. How much? 20 рупий только одна сетка. Купите да поешьте. 20 давай рупий. Сетку, самая. У нас даже однажды в ашраме был просад этими. Also buy please for me. Я тоже куплю вот такую вот. Помигрант how much? 50 рублей вот эта кучка. Put please in my bag. Да загружай. Да загружай меня. Ну, Саши. Что, вкусно? Угу. Мне тоже вкусно. Кусай. Ты помыла? Два раз с мылом. Сюда. Об африканскую пятку потерла. Вот об эту. Чему сгореть, то не утонет. Ешь. Привет, говорит, давай 50. А чего 50-то? Чего 50? Вот 50. Просто 50? Ой, укутала так ребеночка. Вот пинджабки как раз, наверное, тунички такие. What size, друг? Big size? No, small, for sure. Medium size. Сейчас зашипингуется, все будет нормально. Таблетка счастья шопинг, да, yes. Под названием шопинг. Сейчас они примут свою дозу шопинга. И Саши включился. Покажи мне, какую ты купил. Show me, what you buy. Небось толстые. Так, я тебе сейчас положу, и ты увидишь, какой груз таскала я. Положу в твою сумочку. Две футболки себе покупает. Надо такие купить, чтобы как твоя potato shot. It's have to be thin. It's have to be... Darling, I use at home also. Not only here. Да уж. Опять толстый купил. Ведро купил еще. Nice. Блузка очень хорошая. Ее, смотрите, здесь пуговичка есть. Ты можешь ее закрутить вот так вот и делать короткой. Супер. Она вообще такая будет и для европейского стиля. А расцветочки, как вы думаете? Отличная.
Так по 250 рупий. Да. Те блузочки по 250. А юбочки? And skirts how much? 470 такие. Смотрите, говорит, какие красивые. Да глаза ребят даже от такой красоты. No, I don't want it. It's a little bit bright for me. Ну все, вызваниваем нашего водителя. И Саши такой дамская сумочка. Супер. Супер. Все девчонки делятся теми, да, ощущениями. Я говорю, стоило билеты купить просто на представление, что он делает, как он это собирает. Буду хвастаться зятем, говорит. Нежный такой. He's very strong. Сайрам. Девчонки никак не уймутся, нюхают и нюхают. Давайте уже, чало, бэби, чало. Домой. Хом, хом. Пойдем в дом. Козоньки тырют. А мы остановились тростникового сока испить.